Авария в Швейцарии. На вокзале Андерматта столкнулись два поезда. Около 30 человек пострадали. На вокзале перегоняли локомотив из одного конца состава в другой. Поезд вышел на параллельный путь, где находился локомотив, готовившийся к отправлению. В результате столкновения серьезно повредились 4 вагона. Точные причины инцидента выясняет полиция. На месте дежурят медики.